Луковицы. По жалобам граждан, дороги никто не ремонтирует. Пытались сегодня делать, уже он щебень здесь. Плохая дорога, не могут, у него дочь инвалид первой группы, не может проехать скорая. Что вот вообще вот жалобы? Вот. Ну невозможно здесь весной и осенью в дождь ходить. Понимаете, вот смотрите, вот он пришел. Да. Ну, жижи вот на той дороге, где вы въезжали, там по весне, вот там вот столько жижи. Проблема в том, что эта дорога, здесь только часть дороги стоит на кадастровом учете, то есть дорога числится. По письму Минэкономразвития дорога не является объектом капитального строительства, и в щебеночном покрытии ее можно щебень отсюда собрать, перенести в другое место. Поэтому это считается уже не объект капитального, ну, вернее, не недвижимость, а движимость. У нас ну, шестой... А везде вот щебень, да? А везде вот здесь хорошо сделали, но оно вот из-за того, видите, что творится. Я прекрасно понимаю необходимость установки здесь дороги, но есть ну, город, да, где трафик, движение там гораздо интенсивнее. Мы здесь стоим, ни одной машины не проехал, а у нас там асфальт весь, его 20 лет никто не делал. Конечно, приоритет будет туда. Завершали в декабре месяц. Очень интересно качество вот этой бетонной смеси. Документы есть вообще на бетон? У вас бетонная смесь в течение мусора. Вот это песок? Это грунт хороший под асфальт. Она... Это под асфальт здесь копать. Вот копните, пожалуйста, я прошу. Все, я понял. Все, спасибо. У вас песка должно быть 10 сантиметров. Под установку бортового камня должна быть подготовка песчаная 10 сантиметров. Ее здесь нет. Устанавливают камень с нарушением. Вы согласны или нет? Или... Вообще вот этот вот участок вообще был весь на этом, на какой-то вот сухой. Вот я и говорю, вот это сухая смесь. И бетона нет, вот посмотрите, его вот. Нету, да, вот. Да. Даже песка здесь нет уже. Это земля. Ну вот информация. Строящий, исполнитель, Белоконь, ответственный, срок начала, срок окончания. А по графику мы вам письмо уже написали, что отставание не было. Мы вам копию ему подряд. Попробуем один документ. Заплатим. По ямочному ремонту проверок в Луховице ни разу не было. Эмульсию разливали? Да. А где ваша эмульсия? Где эмульсия ваша? И вы не подготовили основание и положили... Асфальтобетон. Три. Даже нет. То есть у вас был асфальт, и вы даже не потрудились промести его от грязи и песка. Ничего себе. Я предлагаю вообще-то этот подрядчик, кто вот эти деньги взял, мы там заплатили, он должен это все снять. Весь асфальтобетон, фрезеровать, сделать как положено, а потом положить заново асфальтобетон. Потому что это просто... Уж нам, чтобы заделали, как-нибудь вот это все. Ну вот это уже замерзшая холодная асфальт, да. Он выкрашится у вас. Вот. Ну, 2 сантиметра, то же самое, без эмульсии положено.